Каникулы у формате IT. У дитячых лагерах Минской области развивают адукационные направки, связанные с сучасными технологиями. Так, у Молодечинском районе школьники засвоивают основы робототехники и пилотования квадрокоптеров. А кроме того, спробуют себе в роли видеоблогеров и фотографов. IT-лагер объединял школьников разных возрастов. Этим летом такой курс пройдут больше за полсотни детей. Александр Кавелич про отпочинок на смарт-хвале. Фотоколлекцию Маши Дмитриевой этим летом пополнят десятки снимков. Причем у руках юного фотографа не профессийная камера, а смартфон. Находясь незвычайные ракурсы, робить эффектные пейзажи и селфи, девчонка учится у дитячем лагере с приставкой IT. Что день тут ладить курсы по мобильной фотографии. Поначалу хотела очень сильно научиться монтировать фотографии красиво, чтобы в Инстаграме опять же много лайков собирать. Как надо свет ставить, нас этому тоже учат. Потом мы еще ходим с учителем, тут разные ракурсы ищем. Это моя самая лучшая фотография, ну, на мой взгляд, которая получилась. Это грибочек на дереве, ну, с такого необычного ракурса. Побач оживают роботы. Основы программования робототехники у лагеря выкладывают с нуля. Школьники худко подхопливают смарт-хвалю и самостоятельно створяют разумные машины. Мы собираем сюда разных роботов, например, вот как этот, он... С помощью такого датчика ультразвукового, ну как бы это его глаза, он смотрит, и если какой-то предмет у него на пути становится, он вот так вот кусает его. Такие проекты в Молодечинском районе организовывают совместно с адукационным центром парка высоких технологий. Все лето свои каникулы у IT-формате проведут больше за полсотню юных программистов. Свои смарт-проекты школьники представить на IT-выставе у конца измены. Эта группа працует в команде. Тут литерально на вачах десятков лего деталей появляется мини-лунопарк. Я собрала карусель для уток. Уточки катаются на ней. Она едет со скоростью 8. И уточки очень рады. Мы хотим, чтобы они были не просто пользователями, а умели создавать свой цифровой контент и знали, как это все работает. Ребята не только учатся конструировать роботы, их программировать, но еще и учатся работать в команде. Потому что на самом деле они понимают, что если у них не получается какая-то сложная конструкция, то ее проще собрать в паре. Запустить свой блог и научиться керовать квадрокоптером. У Минской области развивают разные направки смарт-отпочинку. Дарэчы, такие адукационные проекты продолжают и подчас осеньских каникул. Александра Кавелич, Дмитрий Гаркуша, агентство «Теленовин».